25, 26. Да, для нового коровника маловато. Что тут у нас? Фотолаборатория шарика. Вычеркиваем. 27, 28. Ай! Ты, Матроскин, вместо того, чтобы туда-сюда, как сломанные часы, ходить, помог бы лучше корни выкорчевывать. Да, дядь Федор? Интересно, а что сейчас Оля делает? Это о чем это я? А, я шарик не хожу, я руководством занимаюсь. Пока дядя Федор влюблен, он руководить не может. Он только вздыхать может. И почему это ты руководством занимаешься? А ты можешь из 36 корень извлечь? Вот, тогда из земли его извлекай. Ай! Я, когда в Якутии служил, такие вот корни бивнями мамонта назывались. Чего мамонта? Бивень. Археологическая ценность, между прочим. Ценность, говорите? А шарик ты наш его выбросил? Не выбросил, а в сторону отложил. Мы, археблогеры, свои находки не выбрасываем. Экстренная новость. Только что в деревне Простоквашино был найден этот, как его, мамонта. Подробнее расскажет известный архиблогер Шарик. Здрасте. Работаю я, значит, на археологических раскопках. Вижу корень в земле. Потянул. А там вот этот вот мамонта. Ой! Даже северные мамонты приходили в Простоквашино поесть чудесной травки, которой питаются мои коровки, дающие вот это вот чудесное молочко. Вот оно, это. Ну, повесь на место, у меня экскурсия. А у меня прямой эфир. Ты даже не помнишь, как он называется, а я утренний надой почти продал. А у меня там зрители разбегаются. Как вам не стыдно? Вечно вы как кошка с собакой. А этот ценный бивень пока у меня побудет. А молоко купить? Я его нашел. Значит, он мой. А потом выбросил. А я подобрал. Значит, мой. Зовите вашего мальчика. Он мне расписаться должен. Что-то мне эта посылка смутно напоминает. А за что он, интересно, должен расписаться? Изготовление фотооткрытки и отправка бандероли в город Неговоритный. Девочке Оле на долгую память. Что? Дядя Федор мой бивень какой-то девчонке отправляет? Это мой бивень. Пока за получение не расписались, это государственный бивень. Отпустите! Это уже девочки Олин бивень. Вообще-то, это мой бивень. А тут раньше наш цирк стоял. Ну, шапито. Я в нем номер коронной исполнял. Галактион мне, оказывается, завидовал и подпилил бивень, когда я спал. На следующий день прямо на арене он и отвалился. Детишки испугались. Нам срочно уехать пришлось. Потом Галактиона уволили, а меня билетером оставили. Вот, спасибо. А как вы узнали, что мы бивень нашли? Так я же на вашего шарика в интернете подписан. Люблю про зверушек лесных почитать. И что теперь? Опять в цирке выступать будете? Нет, цирки теперь без животных работают. А вот детишек я вдвое быстрее запускать буду. Эх, жалко.
Больше никто ваш коронный номер не увидит. Ну, для одного известного архиблогера я, пожалуй, сделаю исключение. И раз. Опа. Опа. Али. Оп. Оп. Очень плохо, катастрофа. Нужно что-то предпринять. Вари морс, Матроскин. Мы купим лекарств, прочитаем сказку, и Тома-Тома пойдет на поправку. Никогда не думал, что кот может такое сказать, но у нас слишком много молока. Нужно что-то делать с излишками. Погоди ты, Матроскин, со своим молоком. У нас дети болеют, а у тебя одни надои на уме. Да уж. Индивидуальный предприниматель. В один пасмурный припасмурный день на одном заброшенном огороде стояло высокое костлявое пугало. На голове у него была рваная шляпа, а на плече сидел большой черный ворон. Ой-ой. Добрый вечер! Чем я могу помочь? У нас Тома-Тома заболела. Лекарства нужны. С лекарствами это не ко мне, это к фельдшеру. А зачем тогда спрашиваете? Еще и скалитесь. Я не скалюсь, я улыбаюсь. Поворачиваюсь, так сказать, лицом к населению. Новые указания от начальства. Всем улыбаться! Вот на детях и животных тренируюсь. То есть вы теперь вредничать перестанете? Не перестану. Я теперь вредничать с улыбкой буду. Говорят, что от этого дела лучше. Есть еще какие-нибудь вопросы? Был рад помочь. Ждем вас снова в нашем отделении. Да, с такой улыбкой дела, если и пойдут хорошо, то только не у нас. Идея! Вера Павловна, вот тебе карандаш. Рисуй что-нибудь веселое. Ну, как этот, Пикассо. Ты уж все нормальные слова-то забыл. Одна касса у тебя на уме. Ты, шарик-балбес, законов рынка не знаешь. Все, что с улыбкой, лучше продается. Так от излишков избавимся. Ну, а Пикассо – это художник такой. Он всю жизнь как маленький рисовал и сосиски любил. Хорошо бы нам еще от излишков жадности избавиться. Лицом к населению, говорю же, лицом к населению. Плохи дела, дядя Печкин. У кого плохие, а у кого в гору. У вашего кота на трассе молоко с лапами отрывают. А все почему? Потому что у него банки улыбаются. Вот и вам бы здесь всем улыбнуться. Шарик, ты за морсом следи. Ты, Вера Павловна, за там и там. Вы, дядя Печкин, улыбайтесь. А я в аптеку за лекарствами. Вы меня простите, я пойду. Почтальон ведь, он как солнце в непогоду. Отсутствует. Да нет, нужен всем. Заберите, заберите ваше молоко. Это совершенно не молоко. А это... я вам говорю, товар обмену и возврату не подлежит. Отдайте деньги. Этикетка грустная. Ну и что, что этикетка грустная? Дети не пьют молоко ваше. Ну и что, что дети не пьют? А дети, вы заставьте. Безобразие. Что это за продажи такие, если можно обратно вернуть? Дядя Федор. И как мне теперь детям в глаза смотреть? Ни репутации, ни доходу. А ты улыбнись, Матроскин. Какая уж тут улыбка, когда кошки на душе скребут. Ой,
Ой, может, надо 3 улыбки приклеить. Так в 3 раза веселее будет. Хоть сам себе молоко продавай. Когда простуда, надо теплое молоко пить. Его вообще всегда пить нужно. Да. Пришел узнать, как вам качество обслуживания. Я смотрю, улыбка нашего сотрудника благоприятно на вас подействовала. Что бы там ни подействовало, главное, что все здоровы. А наш Вера Павловна теперь такие улыбки рисует. Вам в самых вредных снах и не снилось. Вот я и смотрю, как-то вы не по-нашему улыбаетесь. Это потому что от радости, а не для дела. Угощайтесь, дядя Печкин. Молоко за вредность всегда особенно вкусное. Если вас натаскать, вы нормально улыбаться сможете. Не надо меня таскать. Я не габаритный. А улыбку эту я на всякий случай приберегу. Для постоянных клиентов. Да, Шарик, были мы в доме хозяева, а стали какими-то аниматорами. Вера Павловна, тебе пора спать. Ого! Вы по работе, Игорь Иванович, или телевизор посмотреть? Я по личному. Вот, потерялся зверек неизвестной породы. Очень умен и чрезвычайно опасен. Нашедшему обращаться в поликлинику, отдел опытов. Ну а мы-то здесь при чем? А при том, очень уж она на вашу тыры-пыру похожа. О, я ее сейчас с фото сверять буду. Тут вознаграждение полагается. Таму-таму, дядя Печкин, вы ошибаетесь. Она совсем не агрессивная. А вы заходите. Ага, что я вам, дурачок? Написано же, опасная. А, кстати, где она? Наверное, погулять пошла. Любит она кости размять. Когти? Размять? Я, знаете что, позже зайду. Только сами не сверяйте. Это я придумал вознаграждение получить. А правда, где она? И Веры Павловны нет. Вера Павловна! Тама-тама! Вера Павловна! Тама-тама! Тама-тама! Говорил я дяде Федору, от этой тамы-тамы одни неприятности. Нашел! Охотничий рог свой нашел. Интересно, кто его в печку выкинул? И правда, кто же это мог быть? А это что? Что же получается? Наша тама-тама та самая? Из поликлиники? Ух ты! Дядя Федор, у нас тут незаконная перепланировка! Тама-тама, мне тренажер для похудания специально неправильно сделала. Ух ты! Красиво, как в метро. Вера Павловна, вот ты где. Тама-тама.
Ты чего? Это же твой ошейник. У меня такой же в детстве был, только без этой кнопки. Вот почему она агрессивной стала. И умной. Нельзя ее туда возвращать. Да, вообще-то она в хозяйстве полезная. Но ведь Печкин ее сверять придет. Надо сделать так, чтобы он передумал. Есть кто дома? Свежий прессе за чудовище ваше вознаграждение повысили. Печкин, сверять будете? Уйдет ведь! Аккуратней! Ужас! Ой! Игорь Иванович, помогайте! По инструкции сперва надо в город начальству на пейджер сообщить. Ой! Батюшки! Держите ее, я накину ошейник. Сорвалась. Что же вы, Игорь Иванович, мы ее почти поймали. Ух, и здоровая. Сверить успели? Да не, что-то я передумал. Хлопотно больно. А я не люблю, когда больно. Правильно, что ребятишек дома держите, когда такие монстры по округе шастают? Вот ведь! Забыл совсем, мне же еще на почту надо, пока солнце не зашло. Кот, одна штука. 8. Тьфу ты! Пес и мальчик. По одной штуке каждого образца. И вам здравствуйте, Игорь Иванович. Да, считаете, хватит ли на всех вашей вредности? Да не, у меня приказ от начальства провести перепись населения. Перекись у нас есть, а только населению она зачем? А? Шарик, перепись населения — это когда считают, сколько людей у нас в деревне живет. Ну и животных тоже. О, Маргарита Егоровна, несравненная женщина, одна штука. Так, ребенок, одна штука. А эту вашу тыру-пыру как записать? Табахтама. Это имя ейное. А что за животное это? Она у нас в хозяйстве полезная, так что кошкой записывайте. А чего сразу кошкой? Она на белку больше похожа. Так кошкой или белкой? Вид у животного должен быть один. Если до завтра не решите, я ее выселю. За что это, дядя Печкин? Неопознанный объект, потому что. Без прописки, к тому же. По инструкции не положено. А я говорю, белка. А я говорю, кошка. Что вы так кипятитесь? Тут же все ясно. Беспородная ваша тама-тама. Ошибаетесь, Маргарита Егоровна. У нас в семье все породу имеют. Давайте генетический тест сделаем. Тогда и узнаем, кто такая наша тама-тама. Говорят, для теста ученым достаточно прядки волос. Отправлю в лабораторию и тут же вернусь. Тама, Тама!
Пойдем, докажем всем, что ты белка. Ну, вылитая белка. Хочешь орешек? О как! А теперь покажи, как ты ловко забираешься на дерево. Что? Просто очень сообразительная белка. Идем, Тама-Тама, покажем этому балбесу-шарику, какая из тебя отличная кошка получится. Какая-то кошка. Я же говорила, беспородная. У меня не только слух хороший, но и глаз зоркий. Маргарита Егоровна, у вас подгорает. Ой! Здрасте, соседи! Тут вам из лаборатории написали. Надеюсь, анализы хорошие. А! Нападение! Вот кого в лаборатории проверить надо! Это что же получается? Наша Тама-Тама от всех этих зверей произошла? Нельзя это Печкину показывать. Ну что, выяснили, что за зверь ваша тыра-пыра? Тама-Тама. Дядя Печкин, записывайте так. Простоквашинский зверек. Это что за зверь такой? Какой породы? А эта порода особенная. Вы такой больше нигде не найдете. Потому как наша она простоквашинская. Да хоть тушкан заполярный. По инструкции строчка должна быть заполнена. Бывайте! Говорил я тебе, Матроскин, что она белка. Но и кошка тоже. Тама-тама. Ого. Может, это родители колбасу прислали? Неизвестные коробки хуже Печкина. Откуда она здесь взялась? Да просто на крыльце лежала. Не будем ее открывать. Может, это межгалактическая посылка с приветом от внеземной цивилизации? Это ты у нас шарик с межгалактическим приветом. Закройте это северное сияние обратно. Ну вот, спугнул. Вас приветствует голосовой помощник Анфиса. Моя миссия – отвечать на вопросы. Все, что мне нужно, это немного электричества и внимания. А вопросов к вам у нас нет.
а электричества нам и самим мало. Здорово! У меня как раз вот столько вот вопросов было к вам. Спросите меня о чем-нибудь. Да чё с такой спросишь? Ни усов, ни хвоста. Анфиса, как дела? Поищу в интернете остроумный ответ. Лучше всех, но никто не завидует. Полезный помощник. Блесна не будет тускнеть, если натереть ее сырой картошкой. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Провязываем сначала вторую петлю изнаночной, затем первую и снимаем со спицы. Сейчас позавтракаем и за грибами пойдем. Ложка за папу, ложка за маму. За дядю, за деверя, за Шурина. Для того, чтобы избежать риска заболеваний, молоко нужно пить пастеризованным. Анфиса, а где в Простоквашино растут грибы, а? Известно где. На северном склоне у березовой рощи. Матроскин, ты с нами? Я бы пошел. Да у меня тут коровы, хозяйство. Помогайте комарам, а мы без говорилок справимся. Здесь нет электричества, зато воздух свежий. Почему вы так ко мне жестоки? Не знаю, я же не голосовой помощник. А где Анфиса? И ее обратно унесли. Кто унес? А кто принес, тот и унес. Так мы ж не знаем, кто принес. Вот и кто унес, мы не знаем. Друг — это тот, кто отдает жизнь и косточку другу. Ой, да и не расстраивайся ты так, Шарик. Ну, мало ли помощников голосовых. Что ты узнать-то у них хочешь? Ну, спроси у меня. Да я узнать хочу. Куда она делась? Подождите, поищу в интернете. Результат не найден. А вдруг ее разобрали? И лежит она, родная, сейчас на каком-то складе никому не нужных Анфис. Да кто ее разберет в лесу-то? Анфисочка, как тебе помочь-то, а? Матроскин, да чего ж ты живое электронное существо-то довел? Ничего, иногда и помощникам помощь нужна. Я просто хотела побыть частью семьи. Но же я не понимаю, как помощник может быть без рук. Все тебе, Матроскин, практическая выгода нужна. А мне вот иногда поговорить хочется. Лучше тебе иногда помолчать хотелось. Анфиса, покажи нам кино для всей семьи. Нет, ничего проще. В моей базе 10 тысяч фильмов для всей семьи. А также видеоуроки по вязанию и сборник кулинарных рецептов. Ого! Вот тебе и говорилка! Что взять, что взять. От интересного собеседника всегда есть что взять, между прочим. Нашлась потерянная доставка. Ваша Анфиса из будущего каталога. Предпродажа пока за большие деньги. Таких у вас все равно нет. Прощайте, друзья. Для Анфисы мне ничего не жалко. Даже твоей зарплаты, Шарик.